Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Там вот заливку бортового камня, параллельно проводится щепление, не асфальтировано. Нюансы, наверное, всегда есть. И мы в прошлый раз на старой Ленина также прямо по ходу решили, что нам тротуар требуется расширить для того, чтобы все-таки было удобнее нашим пешеходам. А здесь также мы сегодня вот посмотрели, что этого проезда не существует, но он, наверное, нужен для удобства и жителей, и для удобства подъезда спецтранспорта в случае необходимости. Посмотрим, если сложившаяся экономия, если она у нас будет складываться, то сделаем в этом году. Если нет, запланируем на следующий год и сделаем весной. В прежнем состоянии там вообще было ужасно, то есть были дыры и все такое, то есть, а зимой было вообще опасно спускаться, я даже один раз упал, потому что подскользнулся. Вот сейчас вот как сделано, это вообще просто замечательно. Что нравится вот именно, что она широкая? Она стала, да, лестники те, уже бетон обсыпался, вот, и сейчас как бы сами лестницы стали пошире.